Вот смотрите, у вас не хватает просто энергии воды в организме для того, чтобы зачать ребенка. То есть или в плавание нужно, или как-то на природе бывать больше. Надо больше есть сырых фруктов, которые растут над землей, сырых овощей. Это тыква, кабачки, патиссоны. Вот. Потом больше молока и сливок. Вот. Вам надо просто учиться также статическим упражнениям. Вы очень беспокойная, подвижная. Вам нужно немножко успокоиться, приземлиться. Сейчас время вам зачинать детей. Если в течение года мои советы вам не помогут, тогда вам лучше, может быть, у нас полечиться. У нас хорошо в этом плане работают методики. Многие женщины беременеют. Надо еще вашего мужа посмотреть, что там у него. Ну вот у вас, если все хорошо, значит, вам не хватает энергии просто. Энергия берется от природы, вам не хватает энергии воды в организме. Да, она улучшает, активизирует гормональные функции. Если вы сейчас займетесь большим бизнесом, то ваша энергия пойдет туда, и шансов очень мало вам зачать ребенка. Вы будете истощаться просто. Для того, чтобы иметь детей, нет, потому что у вас сейчас благоприятное время для того, чтобы зачинать детей. Оно через 3 года закончится. Поэтому сейчас лучше об этом подумать, не упускать это время. Я надеюсь, что вы поняли, потому что обычно такие, как вы, девушки, они, когда уходят с лекции, думают, ну все-таки лучше бизнес. Ну хорошо, если вы мудрая, то тогда я вас спокоен.